Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня готовлю очень вкусный пирог с мясом. Я готовлю сегодня из куриного филе. Вы мясо можете взять любое. Итак, для приготовления пирога нам понадобится мясо отварное 500 граммов, 3 яйца, 100 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, соль и черный перец по вкусу, 200 миллилитров кефира и 100 граммов натертого сыра. Первым долгом взбиваем яйца. Добавляем 200 миллилитров кефира. Соль, черный перец по вкусу. Добавляем 100 граммов просеянной муки. Одну чайную ложку разрыхлителя. Добавляю куриное филе нарезанное 500 граммов. Как я уже сказала, вы можете по своему желанию взять любое мясо, какое вам угодно. Все хорошо перемешиваем. Добавляем половину натертого сыра, то есть 50 граммов. Форму смазываем растительным маслом. Форму выкладываем. Наше готовое тесто. Разровняем. И сверху посыпаем оставшимся сыром. Значит, 50 граммов сыра мы добавили в тесто. А остальные 50 граммов посыпаем сверху. И все, отправляем в духовку на 30-35 минут при температуре 200 градусов. Получается вот такой пирог.